Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим. Маликов признался в ошибках отцовства. Дмитрий Маликов по-разному вел себя со старшей дочерью и с младшим сыном. 51-летний музыкант имеет богатый опыт воспитания детей. У мужчины двое родных детей, которые родились с разницей в 18 лет. В силу собственного возраста Дмитрий Маликов по-разному воспитывал наследников. Когда у артиста родилась первая дочь Стефания, мужчине было всего 30 лет. Сегодня он уже может более-менее объективно оценить, как он вел себя тогда. В первые годы жизни девочки отец не слишком активно участвовал в ее воспитании. Тогда Маликов много времени и сил уделял собственной карьере, хотел многого достичь и заработать побольше денег. Поэтому все заботы о дочери легли на плечи жены. Со вторым ребенком все вышло по-другому. Когда родился Марк, его папа уже был состоявшимся артистом, который не гонится за славой. С годами Маликов стал гораздо больше ценить моменты, проведенные с детьми и родителями, потому что эти мгновения быстро проходят. В интервью изданию «OK Композитор» признался, что как отец он стал лучше. Сегодня мужчина предпочитает проводить вечера с семьей вместо того, чтобы идти на светскую тусовку. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкет. Он занимается выбором преподавателей для детей и активно участвует в жизни семьи, чего не было раньше. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.